Добрый день. Меня зовут Наталья, и вы снова на канале Европлан Лайф. Вы все видели наше путешествие в славный город Энгельс. Если не видели, то рекомендуем посмотреть. Несмотря на то, что ролик получился длинным, нам он не показался скучным. В сюжет не вошел сад наших подписчиков, которые нас пригласили, так как мы не запрашивали разрешение на съемку и сочли некорректно вваливаться на участок с камерой. Но пару слов об увиденном я все-таки хочу рассказать. Сад отличный со всех сторон. И с точки зрения дизайна, и с точки зрения состояния растений. Правда, этот сад нельзя назвать садом минимального ухода. Он постоянно требует внимания и забот от своих хозяев. И если в какой-то момент на него не хватит времени, то сад кардинально поменяет свой облик. Но это вопрос скорее не к хозяевам, а к создателям сада. Создалось впечатление, что сад проектировали жители Московской или Ленинградской области. Поэтому очень много растений, характерных именно для этих регионов. Это у нас ель европейская великолепно себя чувствует. А там ей немного жарковато. И если начнутся перебои с водой, то это незамедлительно скажется на ее внешнем виде. Ее вполне можно было бы заменить на интересный сорт белой ели или энгельмана и так далее. Но не этому посвящен наш сюжет. Он о другом. Знаете, что больше всего меня поразило? Это признаки грибковых заболеваний. Вот кого-кого, а их там я увидеть не ожидала. Я понимала, что сад регулярно подвергается нападениям тли, паутиного клеща, щитовки и ложно-щитовки. Но грибки? Потом только сообразила, что все грибки, которые мы увидели на растениях, были занесены тлей или хермесом. Есть насекомые, которые вслед за собой тянут патогенные грибы. То есть между ними существует некое соглашение о взаимопомощи. Вот о таком союзе мы с вами сегодня и поговорим. Первая пара – это короеды и грибы синевы. Долгое время на этот союз не обращали внимания. Отдельно исследовали короедов, отдельно грибки. Причем грибки синевы изучались с точки зрения порчи уже заготовленной древесины. Но последние 30 лет ситуация изменилась. И сначала ученые Западной и Восточной Европы стали изучать связку короед-грибы, потом к ним присоединились американцы, а сейчас и наши ученые посмотрели на эту проблему совсем под другим углом. Более того, сейчас принято считать, что в усыхании деревьев в первую очередь виноваты именно грибы, и лишь потом короеды. Я склонна этому верить. Но вот в чем польза от такого союза? На мой взгляд, польза для обоих партнеров вполне очевидна. Для грибов синевы она состоит в том, что короеды обеспечивают им транспорт. Благодаря черному пихтовому усачу, короеду-типографу, большому лиственничному короеду, большому сосновому лубоеду, вершинному короеду и древеснику полосатому могут передвигаться на дальние расстояния. Но это еще не все. Транспорт транспортом. Короеды не просто перемещают их из точки А в точку Б, они гарантированно доставляют грибы в благоприятный субстрат. Круто, правда? Ну, а зачем короеду это нужно? Ответ тоже лежит на поверхности. Грибы ослабляют растения, снижают иммунитет и сопротивляемость дерева, облегчая тем самым колонизацию дерева для насекомых. Плюс именно грибы являются основной причиной гибели растений. Они блокируют передвижение воды по ксилеме. Интересно? Еще как. Следующая связка еще интереснее. Думаю, что многие на своих растениях сталкивались с черными пятнами, похожими на сажу. Сначала пятна небольшие, потом они объединяются в одно большое пятно, и если никаких мер не принять, то все растение покроется сажевым налетом. Вспомнили? Это сажистый гриб. Он типичен не только для растений открытого грунта, но встречается на тепличных растениях. Также его можно встретить и на комнатных. Чем страшен этот гриб? В первую очередь нарушается дыхание, затрудняется фотосинтез, вследствие чего побеги усыхают, листья чернеют и опадают. Звучит страшно, не правда ли? Но сажистый гриб не такой уж и страшный зверь. Ему ни за что не справиться с сильным и здоровым растением. Поэтому впереди себя он пускает тлю, ложно-щитовку, мучнистого червеца и белокрылку. Они выделяют клейкие питательные вещества, становящиеся прекрасным субстратом для развития грибницы. Все то же самое можно сказать и о мучнистой росе. Причем переносчики одни и те же.
Единственное, что успокаивает, так это то, что возбудитель мучнистой росы – однолюб. Это очень узкоспециализированный гриб. Если он появился на розе, то никогда не заразит клен или желтую акацию. Но от этого не легче. С сажистыми грибами бороться гораздо легче, чем с мучнистой росой. Также основным переносчиком голландской болезни, которая унесла жизнь многих вязов в Петербурге и Ленинградской области, является большой жук-заболонник. Если с ним растение справиться может, то с болезнью, вызванной смертоносными грибами, уже нет. Этой теме у нас посвящен целый сюжет. Связка вредителей и патогенных грибов характерна почти для всех регионов. Просто если регион отличается прохладным климатом и повышенной влажностью, то чаще сначала приходят грибы. Им проще обосноваться на растении, а уже потом его доедают насекомые. Если же у вас жарко и сухо, то наоборот. Насекомым проще ослабить иммунитет растений. В этом случае грибы вторичны. Так что же делать? Способы борьбы на самом деле просты. Во-первых, если ваш участок подвергся нападению тли или других малополезных насекомых, то после обработки инсектицидом выждите недельку и опрыскайте растения фунгицидом. Во-вторых, большая часть и насекомых, и грибов уходит зимовать в подстилку. Поэтому убирайте опавшую листву и перед консервацией участка также проведите необходимые обработки. В-третьих, уделяйте больше внимания санитарным обрезкам. Если растение хорошо проветривается, то грибам будет сложно зацепиться на нем. Никто сквозняков не любит. В-четвертых, не высаживайте солнцелюбивые растения в тень. И так далее, и так далее, и так далее. То есть соблюдайте правила агротехники. И тогда не будет необходимости играть зеленого доктора. Вот в чем, а понять, что нравится или не нравится вашим растениям, в этом мы вам поможем. Ну и самое главное, помните, что с сильными и здоровыми растениями, насекомым и грибкам справиться сложно. Зачем силы тратить на здоровяков, когда всегда можно найти цель полегче? Поэтому занимайтесь повышением иммунитета растений. Избегайте пограничных культур. То есть растений, которые могут, конечно, расти в вашем регионе, но с большим количеством оговорок и но. Такие растения всегда будут в зоне риска и опасности. Поэтому тщательно подбирайте виды для своего сада, соблюдайте агротехнику и регулярно занимайтесь мониторингом. Ну и не забывайте подписываться на наш канал. На этом все. До скорых встреч. Удачи!